Ребята, друзья, подписчики, всем привет! И снова с вами канал «Поиски приключения на юге». Иду я на пляж. Смотрите, что тут творится. Раньше здесь был проход, буквально 3-4 дня тому назад. Все, прохода уже нет, ветром надуло. Вот эти барханы, они имеют свойство передвигаться. Интересное явление. Ладно, идем посмотрим, что у нас сегодня на море. Вообще, сегодня в Анапе передают штиль. Сейчас ориентировочно без 10:08. Что явление вообще-то в Анапе редко. Обычно дует ветер. Но я думаю, часа через два он разгуляется. А так вот, такие барханчики. Песка у нас здесь очень-очень много. А вон и Анапа на горизонте. Море, как всегда, шумит. Сейчас попью чайку. Включу прибор, одену наушники и пойду прогуляюсь. Если что будет интересно, обязательно покажу. Друзья, смотрите, как некрасиво смотрится пляж. Это тут до меня уже кто-то побывал с утра. Когда успели, а может быть и вчера. Блин, так неудобно вообще. Придется мне сейчас это все закапывать. Сейчас люди будут проходить, скажут, нифига ты тут ям нарыл. Вот уроды, блин. Ну, ладненько. Потихоньку, не торопясь, хожу, собираю. Попадаются и такие монетки. Ну что, ребята, подведем итог. Вот сегодня я накопал за 2 часа. Есть интересные монетки. Сейчас все это я закину в кислоту, почищу. Если что-то будет интересное, обязательно покажу. И передаю привет анапским копателям, которые не закапывают за собой ямки. Очень некрасиво смотрится. Ребята, сяду в засаду в 5 утра. Сниму вас, выложу во все соцсети. Позорища, не оберетесь. Всем пока. Ну что, друзья. 20% соляная кислота делает свое дело на ура. Вот это все ходячки. Больше всего радуют, конечно, вот эти монетки. Это, ребята, уже история для наших детей и внуков. Да чищу будут сверкать.